папочка! Ну, папочка! Ну, пожалуйста! Ну, нет! Ну, пожалуйста, ну, посмотри! Нет! Ты моя дочь! Ну, папа. Я твой отец! Если он тут появится на пороге, я его кончу здесь, ясно? Папа, ну, папа... Нет! Ну, он еще даже ничего плохого не сделал! А я думаю, сделал! И не один раз! Папа. Нет! Придет сюда, на одну ладошу положу, второй прихлопну этого козла! Я его не люблю заранее! Ну, папа, ну, подожди, ну какой ты? Вот если бы дедушка о тебе вот так же говорил! Твой дедушка был интеллигентный человек. Он только меня увидел, сразу умер. Мужчина! Молодец, человек, слово! Ну, пап, дай моему котику хотя бы шанс. Котику твоему. Котику, ну он хороший, ну пожалуйста. Хороший. Ну, один раз. Один шанс. Все, сейчас он придет. О, а вот и он. А вот и он. Ой, папа, познакомься, это мой новый парень. Ух ты, ё! Конный папа. Ты сам говорил, хорошего человека должно быть много. Да, но его на 100 килограмм больше, чем надо. Пап. Что? Ну ты не переживай, Юра добрый и хороший. Да. Это пока у нас дома жрачка есть. Пап, я честно тебе... Все будет хорошо. Ну что, мужчины, я пойду что-нибудь на стол организую, а вы тут знакомьтесь поближе, да, папочка? Без водки не разобраться. Чем занимаешься, Юрочка? Свободно от жратвы время. Или времени вообще не остается, да?